На Диком Востоке, в клубах пыли, вам может помочь только везение. О боже, я знаю, это тяжелый случай. Индейцы! Возвращение Дока и Марти с участием Клинта Иствуда. Док теперь живет в прошлом. Отведай-ка, Теннон! Но что будет с его будущим? Ничего себе будущее! Я отправлюсь в 1885 год и вернулась домой. Последнее путешествие. Давай, Сморчок, а ну танцуй еще. И финальная битва, где у Марти новое имя. Как тебя зовут, придурок? Иствуд. Клинт Иствуд. Что за дурацкое имя? Док встречает свою любовь. Вы спасли мою жизнь. Эммет Браун всегда к вашим услугам. А Теннон лицом к лицу со своим противником. Я тебя найду и пристрелю как утку. Как собаку. Пристрелишь как собаку. Майкл Джей Фокс? Где ты так научился стрелять? В салоне игровых автоматов. Кристофер Ллойд. Он не переносит алкоголь. И Мэри Стинбюрген. Я еще никогда не встречала такого мужчину, как вы. Господа, прошу меня извинить. Мне с другом надо успеть на поезд. Стивен Спилберг и Роберт Земекис представляют. Давай, Марти. Настоящие приключения. Это захват? Это научный опыт. Чем же это все закончится? Назад в будущее. А теперь давайте веселиться. Назад в будущее, часть третья.